бокса на 5 аккаунтов по 10 уровней. Ребята, еще раз извиняюсь за то, что не было у меня. Редко выходят ролики, так как я приболел. Да, я летом иногда бываю заболеваю. Вот, потому что, знаете, целый год не болею. Как-то школа там, знаете. И слава богу, кстати. Но, когда лето наступает, я начинаю болеть. Но, ладно, не суть. Короче, я хочу также поговорить о корректировках на моем YouTube-канале. Так, ну мы начнем открывать. Так, гемы. Но я думаю, на этом аккаунте не особо что-то выбить, так как недавно мне выпал фрэнк. И вторая пассивка на ворона. Вот это. Вот, я думаю, что может хотя бы гаджет выпадет на Амортиса. Я на пассивке здесь апа. Но, ребят, сейчас я хочу уже поговорить в основном об изменениях на канале. Я хочу урезать рубрику «Открытие бокса». Так как, во-первых, знаете, просто устаешь накапливать эти боксы. Вот. И, знаете, уже просто нет желания этого делать.
за два аккаунта мне выпал гейл и два гаджета. Знаете, неплохо. Для начала неплохо. Так, также здесь посмотрим шанс. На Леку хороший шанс. Да, и на Эпика. Здесь мне тоже, правда, давно никто не падал. Здесь, так, нет, на кольта есть. У меня на кольта есть. Ну да, у меня здесь только Эпики. Завтра начну полноценно снимать ролики уже, знаете, подряд, так как, знаете, уже просто нет варианта, знаете, уже немного раздражает, что мне самому либо не хватает времени, либо еще что-то, и получается, что ролик выходит, проходит 2 недели, и еще один ролик снимается. Вот, поэтому нужно, ребят, поднимать заново актив. Все восстанавливает, ребят. Все, что... Так, опа. И... Кавс, ребят, лол. Кавс. Ребят, это, знаете, я, скорее всего, даже так и назову ролик. Выпали только хромики. Так. Ну, ребят, знаете, меня сейчас радует. Очень сильно радует. Я даже не знаю... Я думал, ничего не выпадет. Так, и мега еще 5 предметов. Ну, ладно. Кавс, ребят. Кавс. Это кавс. Потому что у меня кавс есть только на 3 аккаунтах. На твинке 5000. А на твинке 5000. И вот это 2000. Нет, ребят, мне прям заходит, ребят. Так, ну и переходим, скорее всего, на последний аккаунт, ребят. И еще следующий.